Всем привет! Сегодня у меня отличные новости. Я покупаю новую камеру. Радуюсь как ребенок. Наверное, то, что я долго не записывал видео, связано именно с этим, потому что я знал, что ее вот-вот куплю. Но 2 дня назад стартовал старт продаж. И по предзаказу она сегодня ко мне пришла. Это Fujifilm SX10. Или XS10. Вот. Насмотрелся кучу обзоров, все ее ожидают. Она очень такая хваленая камера, потому что она имеет отворотный экран, автофокус и прочие, и качество Fuji, и прочие всякие классные фишки. Посмотрим, так ли это на самом деле, и сравним ее с моей камерой M50, если, конечно, я к этому времени ее не продам. Вот сейчас я на нее как раз снимаю. Только что пришло уведомление о том, что камера готова, и я могу ее забирать. Я очень рад. Мне кажется, я первый раз покупаю вещь какую-то в день старта продаж. И так уж она произвела на меня такое впечатление. Наверное, я связываю с ней какое-то развитие своего канала и возможностью показывать контент в более хорошем качестве. Вот. Поэтому сейчас я поеду заберу ее и начну снимать. Да, зарядник есть, походу, какой-то. Ого, видно, как матрица трясется. Блин, круто. Есть такое ощущение, что это M50 Mark II. Так, вот, короче, тут от USB зарядка. Можно выбрать язык. Ладно, выберу, наверное, английский. Тут шрифт получше. Предлагает законнектить со смартфоном. Ну вот, смотрите, потестировал я ее, включил только и выключилась она, потому что батарейка села. На самом деле я могу оценить ее только внешне, потому что она пока еще не работоспособна. И объектив я взял у приятеля. Выглядит она очень круто, очень удобная, но по размеру примерно как M50, может чуть побольше. Я очень доволен, осталось только потестировать, как она снимает. Надеюсь, лучше всех.